Ссылки на эти чудесные болгарки я оставлю в описании под видео, так как и на очень хорошие аккумуляторы Whitely, которые вы в любом случае будете заказывать, так как то, что приходит с этой болгаркой за 6700 и с этой за 4300, аккумуляторы полное фуфло. Всем приятного просмотра. Приехала сегодня ко мне вот такая коробочка. Из названия по видео вы уже поняли, что там внутри. Упакована прям так себе. Коробка помятая. Болгарку я заказывал без кейса. Вот она у нас, сама болгарка. Зарядное устройство. И я заказывал с двумя аккумуляторами. Так. Вот они у нас, два аккумулятора. Ручка, защита, инструкция. А где ключ? Ага, и ключ тоже здесь. Так, ключ. Обычная стандартная ручка. Вроде жесткость имеет. На резьбе даже пластик остался от литья. Так, защитный кожух. Так, теперь зарядка. Что у нас по зарядке? Зарядка у нас 18 вольт, 1,5 ампера. Аккумуляторы на сайте у продавца заявлены как 3-амперные. У других продавцов заявлены 4,5 ампера аккумуляторы с логотипом 588. Но на этом сайте было заявлено 3 ампера. Но думаю, что так оно и будет. Так, два аккумулятора. Аккумулятор мы еще вскроем и посмотрим, что внутри. Также мне пришел еще аккумулятор 6-амперный. Я заказывал, но уже для своей болгарки. У меня вот такая болгарка. Фирмы Хенгдиан. С вот такими аккумуляторами. Аккумуляторы покрупнее, как можем видеть, да? Что вот, как минимум, то есть на один ряд банок мои аккумуляторы крупнее. Сразу скажу, заявлено в них 5,4. Но по факту здесь 4,5, так как здесь стоит 3 ряда банок по 1500 мА. Будет сравнение у меня в следующем видео аккумуляторов. Это на одной болгарке, на этой мы будем испробовать вот эти аккумуляторы, вот эти. И также вот этот 6-амперный. На что он способен. Так что, кому интересно, заходите, смотрите. Но сейчас не об этом. Убираем мою сторонку. Еще раз повторюсь. Моя Хенгдиан. Эту болгарку я заказывал. Вилли Воркс. Так, ну и сразу сейчас вставлю такую вставочку, где цены на эту болгарку, на мою болгарку и на аккумулятор. Это Хенгдиан за 6737 рублей. Далее Вилли Воркс, который сейчас распаковываем, за 4396 рублей. И аккумулятор на 6 ампер за 2396 рублей. Теперь смотрим на УШМ. Хенгдиан и Вилли Воркс. Отличий, честно говоря, я не вижу. То есть, ну, хотя мелкие есть отличия. То есть, мелкие отличия в фиксаторе шпинделя и вот здесь вот в отливе мелкие отличия. Ну, также охлаждение вентиляции, ну, вентиляция и охлаждение маленько по-другому сделаны. У меня наклейка с двух сторон, здесь наклейка с одной стороны. Так. Но в остальном все органы управления все такое же. Идентично. Ну что ж, давайте для начала, наверное, вскроем редуктор. Посмотрим, достаточно ли там смазки. А, да, прежде чем я вскрыл редуктор, хочу проверить ключ, так как к моей болгарке ключ не подходил, был большой.
Здесь история ровным счетом такая же. Ключи к этим болгаркам кладут от каких-то других. Ну ладно. Вскрываем фильтр. Фиаско. Повторяем. Ух ты, как затянут, а? На совесть, ты смотри. На моей все это проще открутилось. Болгарку я эту заказывал отцу. Так. По смазке. У меня смазка, если мне не изменит память, была синяя. Смазка имеется, ее достаточно. Ну, только единственное, что размазать по шестерням ее. Но она со временем и так сама разлетится. Поэтому домазывать здесь ничего не нужно. Собираем редуктор обратно. Мотор я не буду скрывать, показывать. Как бы с моторами это и так все ясно. Двигатель здесь бесщеточный. Не во всех положениях подходит. Крышка только в одном положении. Так, аккумуляторы. Проверим, работают ли аккумуляторы. Вставляется туго, фиксируется надежно. Очень даже. Ух ты. А вот работает она не так, как моя. Разгоняется и отключается. И редуктор маленько здесь, судя по всему, выполнен по-другому. Так как здесь есть фиксация, рукой не провернуть. Возможно, аккумуляторы разряженные. Это надо проверить. Так как с индикацией здесь плохо, но вот эти три лампочки моргают. Но это, видимо, переключение передач, да? Моргает. Да. А индикатор заряда здесь не показывает. У моей показывал. Пока не сломался. Аккумуляторы очень тугие. Ну-ка, второй. Со вторым аккумулятором все то же самое. Останавливается сразу же. Ладно, хорошо. Если я грешу на то, что аккумуляторы севшие, вылази. Всегда можно поставить мой аккумулятор, он весь заряженный. Ну и для начала покажу сразу, как работает моя. То есть, когда она просто стоит, вот такие, слышите, характерные щелчки. То есть она вот так прокручивается, ну и вот он, звук работы. У моей болгарки заявлено 11 тысяч оборотов. Ну, по факту, наверное, где-то 6500. И заявлено 800 ватт. У этой же заявлено 1580 ватт. Ну, что на самом деле, это, скорее всего, вы сами понимаете, что. И заявлено 12 тысяч оборотов. По установке сразу этих аккумуляторов я понял, что здесь, наверное, и до 6 тысяч, может быть, не дотягивает. Но пробуем с моим аккумулятором.
останавливается сразу, видите? То есть, как и работает фиксация. Только отпускаешь кнопку, сразу останавливается. Моя продолжает крутиться. Что ж, сейчас я, наверное, пойду поставлю эти аккумуляторы на зарядку. Заряжу аккумулятор. Один поставлю на зарядку, а второй мы сейчас с вами разберем. В общем так, ребят, болгарку я собрал, значит. Аккумулятор разобрать у меня не получилось. Так как здесь стоят долбанные китайские болты, что в аккумуляторе от этой болгарки, что в аккумуляторе, который пришел мне, 6-амперный. Поэтому у меня нету такой биты, чтобы их разобрать, но скажу сразу. То есть они вроде бы по толщине одинаковые. Вот этот вот 3-амперный, этот 6-амперный, но вот этот вот аккумулятор, он, во-первых, выполнен из других материалов, а во-вторых, он гораздо тяжелее. Не, ну конечно, вот этот аккумулятор, которым 3 ряда банок, он из них, наверное, самый тяжелый. Да хотя они ориентировочно, вот этот маленький 6-амперный и вот этот 4,5 ампера где-то приблизительно одинакового веса. Вот этот вообще вот очень легенький. Я даже не знаю, на что его хватит. Повторюсь, в следующем видео смотрите испытания вот этих вот аккумуляторов. То есть, насколько их хватит. Буду тестировать их на своей болгарке. Ну а сейчас, я думаю, так как мой аккумулятор маленько заряженный, и вот этот аккумулятор, который мне пришел, он, это, кстати, а, это не он, вот он. Он имеет два деления. Поэтому, я думаю, можно пойти на улицу и маленько протестировать, на что они способны. Да, он работает. Так. Все, собираемся, идем пилить что-нибудь. Вот они, такие одинаковые снаружи и, как мне кажется, очень разные внутри. Аккумулятор я поменял, тоже мой аккумулятор на 4,5 ампера. Но взял другой, потому что тот аккумулятор, который я вам показывал изначально, оказался разряженный. Этот заряженный 100%. Начну со своей болгарки и продолжу Вилливорксом. Хэнгдиан, Вилливоркс. Итак. Хэнгдиан, на себе. Металл сильно толстый. Сейчас возьму что-нибудь послабже. Долго это пилить. Итак, принес уголок потоньше. Кому интересно, можете засечь, сколько та и другая болгарка будут его отпиливать. Хэнгдиан справляется без проблем. Теперь вставляем аккумулятор в Вилливоркс. Как мне кажется, что отпилит она вроде бы, по моему мнению, с такой же скоростью. Но мне кажется, что ее программно ограничены обороты. Вот послушайте. То есть она еще могла бы разгоняться,
но ее система ограничивает. Также давай посмотрим, в каких режимах она работает. Первый режим. Второй. Третий. Ну что ж, давай еще пару резов сделаем. Ну неплохо, неплохо режет. А сейчас я попробую давить на нее. Это я не давил, ну так, небольшое усилие. А сейчас попробую хорошо давить. Как быстро она будет уходить в защиту. Слушайте, мне понравился этот результат у Вилливоркса. То есть мой Хэнгдиан уходит гораздо раньше в защиту. Сейчас покажу. Он чуть надавил на него, и он сразу же уходит в защиту. Тот тащит. Видите, хоп, ушел в защиту. Та не смогла на тех же оборотах уйти в защиту. То есть у Хэнгдиана у него более чувствительная защита. Кому-то это будет лучше, да, там при закусывании, но я скажу так, когда режешь толстый металл, либо хочется отрезать быстрее и начинаешь давить сильнее, то это напрягает, что она уходит в защиту. Вилливоркс, в свою очередь, так сильно в защиту не уходит. Ну так же, как я говорил, что вал не проворачивается. Нет, вал проворачивается. И он начинает легче и легче проворачиваться. То есть я думаю, что она разработается. И редуктор, наверное, новый. Просто еще не разработанный. Я думаю, разработается. То есть у меня все это легко. Здесь нет. Может быть, дело в этом. Кому интересно был такой мини-обзорчик, ставьте лайкосик. Ну и смотрите следующее видео с тестом аккумуляторов. Всем удачи и пока.